всех пород господин Великий Новгород, эксперт Мстислав Поливанов, Россия. На ринг приглашаются победители групп. Первая группа – Бахтыл. Пошла. Вторая группа – боксер, немецкий боксер. Третья группа – Кэрри Блютерьер. Четвертая. Такса миниатюрная, длинношерстная. Не остались. Пятая группа. Немецкий миниатюрный шпиц. Шестая. Бастет Хаунд. Седьмая. Ирландский красный сеттер. Восьмая группа. Лабрадор ретривер. Девятая. Лхасский овсон. И десятая. Афган. Ну давайте полюбуемся представителями, лучшими представителями групп. Вместе с экспертом посмотрим, оценим. И будем болеть каждый за свою породу и за ту собачку, которая вам понравилась. Спасибо.
Давайте поаплодируем. Также эксперт хочет всех поздравить лично, рукопожатием. Конечно, поставили два. А мы в это время благодарим спонсоров за прекрасный праздник, который они устроили нам на выставке, за великолепные призы, акции. И большое спасибо за всю эту помощь. Приглашается Ирландский красный сектор! Второе почетное место занимает Афган! Победитель Best in Show интернациональной выставки собак всех пород, господин Великий Новгород 2014-го, становится Бактейл! От радости, по-моему, невеста пробежали. Бывает такое, бывает. Да, вот так. Объятия с экспертом. Все эксперты подходят к победителю. Вот она память. Уважаемые зрители, уважаемые владельцы собак.